Шлях до сердца у подлетков шукали священнослужители одного из гомельских приходов. Место проведения выхаваўча-асветницкой сустречи в рамках акции «Дорога до святыня» храм святого Александра Невского. Туды запросили школьников, с якими у повседенным житті дорослым бывает тяжко знайсти агульную мову. Власно кажучи, это тая категория школьников, до яких потребно знайсти особливый подыход. Яны стоять на улику у комиссии по справах неполнолетних. Трудными их делает окружающая обстановка. Вот даже бывает так, что семья благополучная, но детки как бы трудные. Почему? Потому что нет, ну, любви, что ли, к этим детям. Да, мы стараемся больше заработать, вот, больше им купить какую-то хорошую вещь, а им надо немножко другое. Им не только это надо. Какая-то сердечность в отношениях, доброта к ним, любовь к ним. Мы не можем, допустим, изменить ту среду, в которой ребенок растет. Мы не можем никак воздействовать на его родителей или, допустим, на его классного преподавателя, который его не любит. Вот. Но, тем не менее, ребенок должен знать, что есть место, куда можно прийти и поговорить. Человек взрослый, он может ошибаться, он может даже как-то обидеть ребенка или еще что-то. Но если ребенок понимает, что лукавства в этом нету и нету какой-то задней мысли, чтобы манипулировать ребенком, тогда все будет нормально. Агульный сенс православия, духовные каштовности, законы, по яких живут люди с верою сердца, идея, яны житевые ориентиры. Все это стало предметом гутарки у стенах учебного покоя, где звычайно проходят занятки недельной школы. Магчыма, хтось из запрошенных на сустречу подлетков придет туды знову.